Фокус на развитие туризма. Делегация из Зарайска познакомилась с достопримечательностями Серпухова. В рамках встречи обсуждали и новые проекты. Храмы и монастыри, музеи, парки, памятники, гастрономические бренды. Таким предстал перед делегацией Зарайска Серпухов туристический. Городской округ Серпухов активно развивается в своей туристической сфере. Я уверена, что многочисленное количество проектов есть для дальнейшей реализации, так же, как и у городского округа Зарайска. Я думаю, что в совместной кооперации мы сможем продвигать наши туристические проекты в сегодняшнем современном мире. И я уверена, что они обязательно получат положительный результат в нашей жизни. Один из таких проектов – новый единый туристический маршрут Серпухов-Зарайск. Каждый регион уникален по-своему. В этом вопросе важно учесть все нюансы. Важно, занимаясь в сфере туризма, понимать, какими практиками обладают коллеги, которые работают почти на такой же территории, и посмотреть самые лучшие практики, что удовлетворяет потребностям современного туриста. Что более интересно туристу, на что он обращает внимание и какие впечатления он получает от пребывания в вашем городе. Фестивали, экскурсии, выставки. В Серпухове проводятся сотни мероприятий для взрослых и детей. И в связи с тем, что развивается и внутренний туризм, мы надеемся, что Серпухов будет самым востребованным, ну или наиболее востребованным маршрутом, что показать и чем гордиться у нас есть. За круглым столом с делегацией Зарайска обменялись опытом работы, а также обсудили дальнейшее взаимодействие по развитию туризма в двух муниципалитетах.